Мы продолжаем рассказывать о славянцах, которые были участниками всесоюзной стройки Байкало-Амурской магистрали. Вот уже полвека отделяют всех нас от этого события, которое стало для бамовцев не только хорошей школой жизни, но и судьбой. Лидия Мяла – одна из тех, для кого БАМ – это самая большая жизненная вершина, и о ней наш репортаж. На торжественном мероприятии к 50-летию БАМа, куда были приглашены в составе кубанской делегации заслуженных и уважаемых людей Лидия и Алексей Мяло, они в своей форме с наградами привлекли внимание корреспондента одного из российских телеканалов, которому и рассказали о том, что для них значит БАМ. Великая стройка века открыла колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок, перевозок по направлению к Тихому океану. И на юбилейных торжествах бамовцев об этом шла речь на самом высоком уровне. Все обращали внимание, было очень много корреспондентов. К нам тоже сразу подошли фотографы, сфотографировали. Потом попросили корреспондент, чтобы передать. Говорит, я вижу, что мы видим, что вы, наверное, семейная пара, идете за руку, там тяжело по брусчатке подниматься вверх. Мы сказали, что да, взяли у нас интервью, пообщались, очень много встретили знакомых. Все было замечательно. 23 числа мы были приглашены в Кремлевский дворец, и там концерт был. Сначала было награждение. Награждение было бывшего моего руководителя. Я работала последнее время в главбомстрое. Он был начальником главбомстроя. Со всего огромного союза съезжались на строительство великой магистрали специалисты, в основном молодые, для того, чтобы проявить себя. Боялись ли они трудностей? Очевидно, нет. И эта работа завлекла, потому что мы там не считались со временем. Все же было... Когда приехали, это было время еще такое зимнее, холодно, ничего не было. Были только несколько вагонов с плотки, где жили рабочие. Меня поселили как женщину, девушку, там молодого специалиста, взял к себе начальник станции, в семью. Там молодые девчата, которые в бухгалтерии приезжали, точно так же. И при нас это все начиналось. Первый щитовой дом, первый детский сад, первая контора. Начиналась вот эта связь, которая круглосуточно работала. В апреле 1974 года 17-й съезд комсомола объявил строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Это решение имело огромное значение для всех бамовцев. В общем, 15 союзных республик. Это было так интересно, как можно было куда-то уезжать. Такое внимание было, столько было артистов, это столько, какое снабжение. К нам приезжали все эти москвичи, все артисты, назад от нас увозили эти дубленки, продукты, которых мы раньше не видели. Они работали самоотверженно, влюблялись, создавали семьи. Они все были объединены одной грандиозной целью – создать магистраль и найти в этом свое место в жизни. Они все были как одна большая семья. Я работала, начинала мастер, прораб, начальник участка. И строили, было локомотивное депо, много объектов было, которым я руководила. И дом культуры, и библиотека, и детский сад, который мне там выделили после того, что если будут там дети, пожалуйста, вот место вам. Лидия Мяла руководила участком, в котором работали более 200 человек. Надо ли говорить, что ее вклад в то, что Тында стала настоящей столицей БАМа, очень серьезный? Это город Тында. В Тынде мы и были. Тында мы приехали, это был поселок Тындинский. Была трасса Аям, которая шла на Якутию, на Магадан. А стал город, он его строили... Москвичи, главмострой, там дома 4 16-этажных дома и 9-этажки, не со своих полностью, ихние типовые шли, баня, точно так, как баня в Москве. Героиня нашего репортажа, ее муж Алексей, все, кто строил Байкало-Амурскую магистраль, достойны самых добрых слов. И пусть уже 50 лет отделяют нас от исторических событий, профессиональный и человеческий подвиг бамовцев незабываем и живет в наших сердцах.
Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».